она с тобой сидит и возмущается вон. Она может даже атаковать. Я знаю. Как психует, да? За ребенка, конечно. У них же немного детей. Бедняга. Бедняга, там же сколько. И что он когтями уцепился? О, какая ты грозная. Не бойся, не отойди от меня, Саня. Сорочонок? Да. Да. Если ты его на дерево не посадишь, съедят. Так надо посадить. Да. Хватай, пока он. Аккуратненько, ага. Можно домой забрать, воспитать. У нас клетка, кстати, есть. Да. В клетке пусть пока посидит, воспитаем, а потом отпустим. Не, он не будет в клетке жить. Ну, выпустим по комнате будет. Да ладно, не будет, он разговаривать будет. Я знаю. Ну, так давай возьмем. Ты хочешь? Конечно. Потом привыкнешь на маленький, хороший. А возмущаются, да, да. Куда же он отбирал, если сказать? Ну, а куда? Его только хочется. Тихо. Хотел бы сделать больно, я бы уже давно бы тебе больно сделал. Друг. Ну что, забираем. Его сидят просто. Да. Ну, гораздо жальче будет, если он погибнет у нас. Он не погибнет, я бы его забирал. Да? Да. Давай еще поля. Да не переживай, мы тебе его через месяц отдадим здорового и целого.